Владимир из Лесосибирска спрашивает. Подали заявление в суд, прошло 1.5 месяца, а заседание до сих пор не назначено. Как долго суд рассматривает дела? Процедура многоступенчатая. После подачи искового заявления судья в течение 5 рабочих дней обязана принять исковое заявление к производству или отказать в его принятии. Назначить судебное заседание она может в тот день, когда у нее есть вакансия «Свободное время». В целом, законодательство предусматривает примерные сроки рассмотрения, которые для мирового судьи составляют 1 месяц для гражданских дел, а для федерального судьи 2 месяца. Но нередко судьи выходят за рамки рассмотрения по срокам. Леонид из Енисейска интересуется. Квартиру моего соседа опечатывают. Имею ли я право отказаться быть понятым? Да, вы имеете право отказаться быть понятым. Это ваше право, но не обязанность. Поэтому вы можете указать причину невозможности вашего участия. Это может быть ограниченность во времени, отсутствие паспорта или иные причины. Юлия из Красноярска интересуется. У меня задолженность по квартплате. С какой суммы судебные приставы имеют право снимать деньги с моей банковской карты? Обязаны ли они меня уведомить заранее об этом? Судебные приставы имеют право снимать денежные средства в качестве компенсации задолженности за коммунальные услуги только после того, как пройдет судебное заседание, будет выдан исполнительный документ, и этот документ поступит судебным приставам. Да, действительно, при возбуждении исполнительного производства приставы обязаны уведомить должника. А, как правило, это делается по почте. Конкретной суммы, после которой взыскиваются денежные средства, ее нет. Достаточно самого факта наличия задолженности.